Ну не бегай, я тут здесь сидел. Рученко, піднари! Рученко, піднари! Рученко, піднари! Рученко, піднари! Рученко, піднари! Рученко, піднари! Не казав би тебе, не кажу, не буду. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, друзі! Героям слава! Хороші на хороші! Свої, свої! Умничка вы наш, спасибо вам, и мы вас поддерживаем. Дякую, а мы вас поддерживаем. Правильно, все, ребята, молодцы, давайте, ребята. Дякую, девчата, дякую, дякую. Как нам защититься, сейчас на Майдане все сделаем. Тихо, поднимается. Три года присыпляли людей, ну что же хотите. Одна, единая, свобода Украина! Одна! Одна, єдина, свобода Україна! Друзі, привітаємо себе на Семенщині! Слава Україні! Слава Україні! Але Семен Віталія Лютовоград воїнці! Слава Україні! Героям слава! Підсяд до чумойця! Семен, герой! Друзі, заканчивайте! Семен, герой! Заканчивайте! Все нормально, давайте! Слава! Держитесь, ребята! Поддержим вас! Жизнь вам! Дякую, друзі, дякую! Слава Україні! Одна! Єдина! Набрав место такое, чтобы можно было хорошо сказать. Так за каждую руку пожать 10 гривен. Селфи 50. Нормально все? Друзья, те, что сейчас не могут быть поруч, вы можете сделать одну простую справу. Сделайте репост одного из многочисленных стримов, которые сейчас идут с Киева. Потому что мы должны пробить, прежде всего, информационную блокаду. И этого уже будет более чем достаточно. Дякую. Пошли. Сейчас хода идет с парка имени Тараса Шевченко на Майдан. Давайте доедуйтесь. Те, кто не может приехать и прийти, делайте репост одного из многочисленных стримов, который сейчас идет. Смотрите, какой вам кажется краще и рабыть. Потому что прорвать информационную блокаду – это уже пол победы. Вечером. Не отбиваємося всіх от себе. Дякую, друзі.
Так мы разом все. Я за вами слежу. Молодец. Молодец. Помогайте, потому что надоели видеть на сонный шутку. И скинь загадить. Видите, небесную сотню. Украина, вставай! Друзья, те, кто не может сейчас прийти сюда, я обращаюсь прежде всего к свободным людям. Просто сделайте элементарную вещь. Любой сейчас трансляция с нашего марша. Рабить репост, рассказывайте людям. Телебачение всего не показывают. Пробить информационную блокаду, достучаться до людей через зомби, через все эти тысячи ботов, брехливых лидеров мнений. Это уже полпобеды. И вы тоже нам допоможете все сделать это. Друзья, те, кто сейчас не могут быть поруч, забыть простую речь. Сделайте репост любого видеострима, который показывает, сколько людей сейчас вышли для того, чтобы заявить. Мы свободные люди, мы не хотим, чтобы идеи Майдана были преданы. Мы не хотим, чтобы здесь будували Малороссию. Мы хотим Украину. Мы хотим жить в счастливой, богатой, сильной стране. Прорывать информационную блокаду – это уже полпобеды. Робить себе, пожалуйста. Друзья, многие говорят, почему люди до сих пор спят, почему они не слышат. Они слышат, просто присыпляли, разочаровывали, обманывали, заливали дерьмом. Их 3 года этим занимались и российские, и, к сожалению, олигархические украинские СМИ. И за пару месяцев
то, что удалось достучаться уже до такого количества людей. В этом ваша заслуга. Тех, кто разносил листовки, рассказывал правду соседям, приезжал сюда, делал просто репост. Дальше будет уже проще. Вставай! Как вы видите, здесь идет 15 проплаченных людей. Я рекомендую телевизионным каналам олигархическим так и говорить. По Крещатику идет 15 проплаченных людей во главе с агентами Кремля. Вот бачите. Пожалуйста, сколько людей? Революция! 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 А почему?20 проплаченных людей. Ви 17, я 18, 20. Все, больше никого нет. Корокопут скаже, що було до 3 тисяч з Котопаза. Ну давайте, Пятый канал, давайте Интер, давайте ТРК Украина, давайте 112, давайте прочие информационные проститутки. На площади 15 проплаченных людей. Пишите, ну можете написать 1015. Это пока только те люди, которых удалось сейчас достучаться, разбудить, которые нашли время, чтобы сюда прийти. Скоро их будет в десятки раз больше, потому что свободных людей у нас в стране гораздо больше, чем той же России, которая еще 10 лет назад точно так же, как пытается это сделать Порошенко, присыпил, а потом уничтожил Путин, населив зомби, к сожалению.
Украину, вставай! Украину, вставай! Украину, вставай! Украину, вставай! Impeachment! 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 Банду геть! 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 Геть барыг! 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 Руки геть від НАБУ! 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 Народотворчість, друзі, пішла! Юра Луценко, продажна! Луценко, Юра, продажна шкура! Луценко, Юра! Луценко, Юра! Хочу обратить внимание Юрия Луценко. Мы с вами встречались сразу после Майдана и потом неоднократно. Скажу тебе одно. Дожился? Слушай, что говорит народ про тебя. Геть руки від НАБУ. Свободу політ в'язням! 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 Друже Бек, друже Хаммер, друже Гал, ми знаємо, що ви зараз це бачите. Друзья, вы поменяете скоро местами. Порошенко, его посыпаки сядут, и вы увидите. Олигархи! Олигархи! Олигархи!
геть, гідна був! Руки 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 геть, гідна був!